Театральное Приволжье объединяет и увеличивает масштабы. Общественный проект уже является одним из самых масштабных ПФО по охвату участников. И с каждым годом все больше талантливых ребят хотят показать свои силы на театральных подмостках. В отборочном этапе 5-го юбилейного сезона участвовало 20 тысяч ребят со всего ПФО. В финал прошли 28 спектаклей, два из которых из Ульяновской области. Коллектив театра малых форм «Фрагмент» подготовил спектакль «Крылья» по произведениям Роберта Рождественского. Ребята загорелись, и работа нам показалась очень интересной. Мы над ней занимались, трудились где-то месяца 2-3, и в дальнейшем вот представлена наша работа была на региональном этапе театрального Приволжья. Честно говоря, мы были счастливы, когда узнали, что с этой постановкой мы вышли в финал и представляем Ульяновскую область. Еще один финалист – театр-студия «Диалог» представила спектакль «Гости из будущего». Ребята решили обратить внимание на проблему нечитающей молодежи. Что же будет, если полностью исключить из своей жизни книги? Актеры показали в постановке. Я настаиваю на том, что надо читать сказки, книги с детства, уже развивать в человеке интеллектуальные потребности. А они мне в противовес поставили, что нужно больше знать о современных нанотехнологиях, которые нам в жизни помогают. И тогда мы сошлись, а чем это чревато, что будет, какой результат? От книг еще никто не погибал. А ваши нанотехнологии до чего доведут Землю? Вот на этом мы сошлись, что давайте, ребята, мудро, правильно, грамотно использовать современные технологии. Школьники и студенты среднеспециальных учебных заведений выступают не только в качестве актеров. Они пробуют себя в роли режиссеров, постановщиков, костюмеров. По итогам конкурса в номинации «Лучший молодежный спектакль» одержал победу спектакль «Дракон» из Нижнего Новгорода. Лучшим детским спектаклем стала постановка «Крылья» из Перми. Проект реализуется по инициативе полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. Анна Тищенко, Улправда ТВ.